Доброго времени суток. Хочу сделать небольшой обзор о кардиганчике из коллекции «Зимний уикенд». Вот такой кардиганчик я себе заказала в 48 размере. Он идет в бежевом цвете. Как вы видите, идет еще и люрикс у него присутствует. У кардиганчика есть два накладных карманчика. Застежечки спереди у него нет. Идут вот такие вот красивые косички, которые продолжаются сзади. У кардиганчика также укороченные рукава. Я заказала в своем 48 размере. Состав у кардигана 40% акрил, 50% нейлон и 5% люрикс. Также я заказала вот блузочку, долго я на нее смотрела. Она есть в белом и синем цвете. Я заказала ее в белом цвете, как-то она так более выглядит парадно, можно сказать. У нее вот такие вот на рукавах резиночки, кружева небольшие, также резиночка идет сверху. А сзади у нее вот застежечка такая на пуговичке. Единственное, что вот подумаю, оставить ее или нет, потому что вот когда она не вставлена в юбочку, она вот такая вот широкая, как распашоночка. Вот. Можно сказать, даже на беременную женщину вообще прекрасно подойдет. Вот такой вот небольшой у меня сегодня обзор про коллекцию «Зимний уикенд» и про блузочку. Ссылочку вы найдете под видео. Всем спасибо!